Среди участников проводится определенный зачет. Среди медиков объявляется «железный доктор». Один из лучших результатов на полтиннике. Погодные условия, в общем-то, неплохие. Подготовка трассы была очень сложной и проблемной. Леденистая, лыжня в лесу, но работал ротрак более 8 часов. И трассу подготовили замечательно. Сегодня Катун. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, старт! Поехали! Докторским гонкам много лет. В следующем году будет 25-летний юбилей. Вначале это просто были старты без названия. Название родилось случайно, как вспоминает Валерий Крылов, главный идейный вдохновитель. Катаясь по лесу на лыжах, он встретил других лыжников, и они спросили у врача, будут ли в этом году докторские гонки. Вот откуда название. Вчера я был, в хорошем смысле ошеломлен огромным количеством медиков. Мало того, я вот прошу это даже как-то отметить, что выставлены были команды медицинских организаций. И особенно поразили такие команды, как Медскан, которых даже экипировали в специальную форму под эти соревнования. Вот, и мне потом дали пресс-релиз, который был утвержден в госкорпорации Росатом. Даже госкорпорация поддерживает. Я думаю, что нам надо в будущем переходить, может быть, даже к каким-то командным зачетам, если будет такая возможность. Ну и по опыту вчерашнего дня я вижу, что наступает время, когда можно и на медицинской, так сказать, подгруппе делать возрастные группы, то есть среди медиков. Потому что сейчас у нас все медики в одной группе, и вот я понимаю, что когда я начинал эту гонку, мне было на 25 лет меньше, чем сейчас. Вот, тогда мне было легко выиграть эти соревнования. Сейчас это уже очень-очень-очень сложно, это уже невозможно. Вот, поэтому думаю, что и таких, как я, много. Людям, которым за 50, за 60 лет, они тоже хотят стартовать. И я думаю, что, наверное, пора уже вводить возрастные группы. Валерий Крылов в этот раз бежал 10-километровую дистанцию. Он считает, что своим примером медики показывают на лыжных гонках, как можно активно проводить праздничные дни. Соревнования проходят в память о дочери Валерия Крылова, Марии Крыловой. «Я горжусь Машей. Если бы у меня были еще дети, я бы хотел, чтобы они были именно такими», — говорит отец. Название «докторские» вовсе не означает, что участие принимают одни только медики. Старты народные, для любителей и профессионалов, для медиков и немедиков. С самого начала активно поддерживали докторские гонки и спонсоры, за что им организаторы благодарны. Важная особенность марафона в том, что участники могут не бежать все 50 километров. Можно сойти с дистанции и на 10, и на 20, и на 30, и на 40 километрах, и не быть проигравшим. Каждый спортсмен выбирает сам, когда закончить. В докторских гонках участвует много иногородних. 10 километров. Это моя первая дистанция и моя первая гонка. В этом году так активно начал заниматься лыжами. Как-то очень понравилось. И вот решил пробежать первый мини-марафон 10 километров. Вообще я люблю спорт. Много чем занимался. Бегом, там, боксом в свое время. Вот. Но это менее травмированный как бы вид спорта. В целом мне очень нравится зимой проводить время на лыжне. Днем ранее в гонках участвовал сын Эдуарда, бежал 5 километров. Для него это тоже были первые старты. Через несколько лет Эдуард надеется пробежать весь полтинник на марафоне. Анастасия Шереметьева из Смоленска приехала сюда вместе с командой лыжников-ориентировщиков. Для нее это первый старт на Обнинской трассе, но марафон не первый в сезоне и в принципе. Впервые марафон в 50 километров лыжница прошла 3 года назад. При наличии подготовки 50 километров легко, уже не дистанция. Дистанция, она всегда дистанция, она же везде разная. Поэтому везде свой рельеф, везде своя подготовка трассы. Поэтому посмотрим, как здесь сложится. Мы давно хотели, еще в прошлом году, но были на Деминском марафоне. А в этом году решили вас посетить. Но не для всех докторские гонки 2024-го первые. Каждый год традицией уже это стало, очень нравится. Попал еще школьником, привез тренер, и потом был перерыв небольшой, но и сейчас уже участвую все время. Какую дистанцию побежите? 50 километров. 2-3 марафона в сезон обычно бывает, да. Рассчитать силы,
Надо же не просто пробежать, надо же постараться заехать на пьедестал. На полную марафонскую дистанцию нацелен и Денис Минахметов. Он заявлялся и в прошлом году, но из-за болезни участвовать не смог. Опыт, конечно, был. Уже в этом сезоне это 6-й марафон. У меня, например, 5-6 дней в неделю тренировки, одна длительная обязательно, где-то 2,5-3 часа. Ну, на лыжах начал кататься, опять же, вот лыжные форумы, везде там общаешься с ребятами, они вот марафон, мы поехали на марафон, ездили на марафон. Ну и тоже для меня сначала это было, ну, что-то невозможное, 50 километров, а потом, ну, подготовился, пробежал и как бы загорелся, вот и бегаю каждый год. Около 300 лыжников приняли участие в первый день докторских гонок, и порядка 150 спортсменов участвовали в докторском марафоне во второй день. Дмитрий Глухов, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ.